метро. Это наш дом. Это все, что у нас осталось. Да, жизнь тут не сахар. Но ты всегда знаешь, что на твоей станции каждый человек тебе так родной. Тебе есть ради чего и ради кого жить. Некоторые называют это пением тоннелей. Другие считают, что это инфразвук, который воздействует на подсознание. Людоеды из бункеров в горах, рабовладельцы с берегов высохшего моря. Сколько же чудовищ породила война? Или они были всегда? А война лишь дала им возможность проявиться во всей красе. И теперь мы слышим страшное. Неповторимое. Мы уничтожили не только материальную его часть, но и тонкую, невидимую. Атомные взрывы измерили информационные поля, в которых размещались рай и ад. Душа некуда деваться теперь. И даже после смерти человек остается в метро, в этих трубах. Thank you.